Утро. А мне нужно пойти и собрать 20 килограмм меди до 12 часов. Сегодня отправить 100 килограмм устриц в Севастополь. Еще 400 килограмм в течение 4 дней. Вот мой завтрак. Завтрак чемпиона. Big Bone. Yeah. Это, наверное, должно быть очень вкусно. Я думаю, это будет остро. Да, остро. Ну, хотя не настолько уж и остро. Я уже 8 лет ныряю в море. Каждый день. На протяжении 5 лет я каждый день захожу в море зимой. Ну это веселее что-то. Все такое. Какое? Да, это моя жизнь просто. Так веселее надо ее показывать. Ну, в смысле веселее? Я снимаю просто память свою. И все, чтобы осталась память моя. Я ни для кого-то это не стараюсь, просто для себя. Чтобы потом можно было посмотреть там. Вспомнить какие-то моменты. Это ж так прикольно. Когда ты смотришь там и вспоминаешь, там вот было там 7 ноября, к примеру, там это и то. Блять, холодно, пипец, как холодно. Только вот из моря вернулся 7 ноября, и в море ныряю 5 часов, могу проводить времени. Там 3 часа, могу хоть 10 часов вообще. Для меня это. Я и в декабре ныряю, и в январе, и в феврале ныряю. Я и могу рыбы насобирать целый мешок, там, и крабов могу целую раковину собрать, там, в Черном море. Ну, для меня это вообще как бы... Ну, я этим живу уже на протяжении 8 лет. Собираю там рапанов, устриц, меди на протяжении 8 лет. Каждый день хожу в Черное море. Я просто, ну... Я вам могу столько всего интересного про Черное море рассказать, потому что... Уже больше чем 8 лет живу возле Черного моря, в разных городах, там я объездил весь Крым. Я где только не был, вот послушайте дядьку. Вроде дядька молодой, а на самом деле дядька старый. Вот эту сигаретку меня угостили там возле Магнита. Пацан там в Магните работает и угостил меня сигареткой. Причем не одной, а сразу две дал. Я такой сам, когда у меня нету сигарет, там, могу стрельнуть. Когда у меня есть сигареты, я могу 3 дать, могу хоть и пачку дать. Как-то когда не курил, не пил, совсем другое отношение к людям было. Вот, вообще ни с кем не общался. С теми, кто пьет, курит, просто обходил стороной, за людей их не считал. А сейчас вот сам начал пить, курить там, да? Вот, всего лишь 1,5 года пью, курю. Но, тем не менее, у меня отношение к людям настолько сильно поменялось. Я такой смотрю на людей и думаю, блин, как бы, ну, человек пьет, курит там. Вот смотрю, он бродяга там, ну, по факту, я не вижу в бродяге бродягу. Я вижу в бродяге какого-то успешного человека. Вот. Представим, что, вот, к примеру, там человек плохо одет, а представим его в галстуке, там, да, в костюме. Это же совсем другой человек-то будет, правильно? Но он себя и вести будет по-другому, конечно, там, и чувствовать себя иначе. Так вот, у меня много очень интересных историй про Черное море. Я не раз ходил ночью, на всю ночь в Черное море зимой, в январе, в феврале. В декабре я уже очень опытен в этом и знаю все повадки рыб там. Я просто жил этим на протяжении 8 лет. Вот. На протяжении 12 лет я занимался продажами. Я очень много где работал. Очень много. Я переработал больше, чем в 35 разных организациях на низкооплачиваемых работах. Я знаю цену деньгам и знаю цену себе.
И я могу на самом деле вас чему-то там поучить, там даже вот из этого экрана там вы смотрите там, да, вот если смотрите там. Я уверен, у меня скоро будет очень большая аудитория, там, миллионы человек, там, подписчиков. По-любому так и будет. Ну, потому что я в себе уверен. Потому что я знаю, что нет ничего невозможного. Если ты стремишься к чему-то и делаешь постоянно, постоянство усилий, вот как, знаете, вот есть Тарас Инстаргинг, канал у него есть. Офигенный канал, вам рекомендую, про успех, там, про бизнес, про то, как мужик просто из нищеты вырвался и стал очень богатым человеком. Он очень много интересного рассказывает, рекомендует книги про успех, про финансы. Блин, я вам рекомендовал бы посмотреть. Сейчас сам смотрю канал Грег Плит. Он очень мотивирует меня. Я просто одно и то же даже слушаю, там, ну, вдохновляюсь его речами. Это великий человек. Действительно великий, который изменил мою жизнь. Несмотря на то, что я курю, да, там, выпиваю. Ну, мне очень хочется бросить это. Это очень сильный наркотик, эти сигареты. И... Ну, у меня есть сила воли, я уже 5 лет не курил, не пил вообще, вот полгода и занимаюсь хуйней. Я бы выкладывал бы больше видео, честно, по свою жизнь, но мне надо как-то, вот я не знаю, YouTube какие-то нормы там определенные выкладывает, говорит, там больше нельзя видео снимать. Вот я... Вот сейчас и как бы память у меня заканчивается. 3 секунды осталось.